с моей точки зрения, обе команды исповедуют приблизительно одну и ту же философию. Давят, топчут, пытаются играть первым номером. Мы, несмотря на то, что Рубин находится там на первом месте, мы не пытались ни подстраиваться, ни отдавать никакую территорию. Гнули свою линию, пытались. Рубин оказался, я не знаю, сильнее, удачливее, как угодно. Рубин взял 2 очка, мы опять без очков. Хотя мне трудно ребятам что-то сказать. Когда соперник играет активно, сложно защитникам. Один там не справился в простой ситуации, забили нам первый гол. А так, не в чем не упрекнуть, ребята. Старались, выкладывались, бились, гнули свою линию. Я думаю, ни в чем не уступили особо-то. Вот так. Александр Юрьевич там немножко принижает достоинство своей команды, понятно. Сегодня, я думаю, очень качественный хоккей показала команда ЦСКА ВВС. К сожалению, не знаю, наверное, не смогли мы достучаться немножко до ребят. Хотя готовились 2 дня, говорили. После прошлого матча, в общем-то, очень хорошего. Конечно, сегодня была по содержанию, по всему игра немножко, скажем так. Но опять радует, что есть результат. Это самое важное. Содержание игры – это содержание игры. Где-то поработаем, проведем анализ, там что-то, как-то, а вот результат он остается, это все забывается. Поэтому, безусловно, рады победе, безусловно, скажем так, на зубах, на всем сегодня. Вытаскивали эту игру, соперник физически, ну, мне, по крайней мере, так показалось, был помощнее нас, посвежее нас, в общем-то, больше нас давил. Я скажу, много мы сегодня ошибались, но результат есть. Это радует. Спасибо. У нас один нападающий пока. В обойме в запасе. Играем. Все, кто может, тот играет. Пока Денис Ичменев не готов и не может играть. Может, будет, не может. Ну, значит. Против физиологии, против... Я же не могу кости там сделать. Здесь все уже зависит от медицины.